В январе текущего года в силу вступили изменения федерального закона, согласно которым право на социальную пенсию получили дети, родители которых неизвестны. Их права теперь приравнены к правам несовершеннолетних, потерявших опекунов или единственного кормильца. Выплачиваться пенсия будет до достижения ребенком 18-летнего возраста, о приочном обучении до его окончания, но не дольше, чем до 23 лет. Размер выплаты – 10 068 рублей ежемесячно. С апреля текущего года сумма будет проиндексирована. Получателей такой выплаты на территории региона 12 человек. Чтобы оформить средства, необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд. В январе месяце к нам обратились опекуны, попечители таких детишек. Мы собрали предварительно всех документы этих детей, их оценили. И в январе месяце они у нас уже пенсии свои получили. То есть из 12 детей, 9 детей у нас теперь получают социальную пенсию, как дети, оба родителя которых неизвестны. У нас в области 12 таких детей. Правда, трое из них получают пенсии как дети-инвалиды. Размер пенсии детям-инвалидам выше, чем размер пенсии детям, оба родителя которых неизвестны.